Вернемся к разговору о беженцах. Если к нам пока едут самостоятельно, и это единичный случай, то многие регионы страны уже массово принимают эвакуированных жителей. Сейчас к нам присоединяется приграничный город Псков, журналист Валерия Соловьева. Валерия, вы встречали беженцев в Пскове. Много ли их там сейчас? В каком состоянии приезжают? И вот вообще, что рассказывают люди? Приехало к нам порядка 400 человек, женщины, дети, с домашними питомцами все. Настроения, они очень испуганные были. Были очень испуганные. Они, часть беженцев, прямо, ну, фактически из подвалов сразу же погрузилась в поезд и приехала к нам. Поэтому даже некоторые прям вот, ну, грязные были, прям было видно, что люди там не одну неделю просидели без всех благ цивилизации. Но плюс ко всему они еще были немножко напуганы, потому что им, ну, совсем другое рассказывали про то, что будет, если они вдруг решат эвакуироваться. И когда им прямо уже на вокзале был оказан очень теплый прием, все понемножку стали расслабляться, как-то выдыхать и поняли, что бояться у нас тут нечего. Расскажите, так, а чего они боялись? А боялись они чего? Они реально, некоторые думали, что если они попадают к нам в эвакуацию в Россию, то их тут никто никуда не размещает, а их разделяют с детьми, детей чуть ли там вообще не убивают, а их отправляют в трудовые лагеря, в концлагеря. Но выдохнули они, конечно, только после того, как их, ну, разместили, когда им жилье дали, когда у них там трехразовое питание, финансовая поддержка. Скажите, куда они трудоустраиваются, по каким профессиям есть специалисты, насколько они могут быть востребованы в России? Востребованными специалистами оказались все те, кто работал там на Азовстали. То есть она же не полностью, ну, не функционировала, предприятие. Там были какие-то цеха, и их быстренько-быстренько, у нас есть в регионе похожий завод, и как раз-таки не хватало там вот технологов по этим специальностям. Очень много туда людей ушло, потому что у них есть возможность даже жилье предоставить. В том числе это, конечно, все наши Великолукский мясокомбинат, то есть, ну, пищевка расхваталась. И вот часть, я знаю, беженцев уехали жить и работать на керамический завод в город Печора. А какие планы у них? Готовы остаться или планируют вернуться домой, либо, может, потом перебраться в другие регионы? Не все, потому что уже на тот момент, когда была ярмарка вакансий, это, наверное, не так много времени прошло с момента, как их привезли в Невель, на эту базу отдыха. И уже на тот момент оставалось порядка 200 человек только из беженцев. А сейчас, вот я вчера туда ездила, и там уже осталось еще меньше людей, потому что многие возвращаются. Есть те, кто курсирует, то есть они возвращаются, там начинают восстанавливать свои дома, если это возможно, и периодически все равно возвращаются в Псков. Но я знаю, что им там и с билетами помогают, и с дорогой, и со всеми делами. Где-то половина сразу же отсеялась, они уехали в Европу. И я разговаривала с одной женщиной, у нее соседка не стала оставаться, а уехала, и они связывались, и она очень жалеет, потому что говорит, что когда та ей рассказала, как их тут разместили у нас в России, и то, как их размещают в Европе, это, конечно, небо и земля. Она говорит о том, что женщины с детьми питания никакого горячего не предоставляет, и это не базы отдыха, это не гостиницы, а это чаще всего, вот в Германии я знаю, что это вообще палаточные городки.